на колени. Ребят, я его беру за руки, затягиваю в гарнитур на себя. Раз, и кокус поднял. Следующее, небольшое движение, и видите, я вытаскиваю таз. Раз. И закидываю ногу. Раз. Беру рычаг ножки, соединяю. Плотно держу, чтобы он не убрал. Пальчик его, когда я держу болевую руку, на болевой вытягиваю, должен смотреть вверх. Тогда я сделаю рычаг, когда будет рычаг локтя, залом, да, здесь будет боль. Если палец будет смотреть боль, сюда, видите, ничего не получится, по залому не будет. Или сюда будет тоже, вы будете тянуть, будет бесполезно. Пальчик вверх и делаем залом. Хорошо?